Хей-хей! Всем привет! С вами, как всегда, канал «С вами По». И сегодня я узнала, как добавлять контент и все такое, и решила добавить трейлер канала. Сначала я немножечко расскажу о своем канале. У меня 14 подписчиков на данный момент. Я рассказываю все, что сейчас, на данный момент. Подписок я не считала. Видео на данный момент 110, но когда я выложу этот ролик, потому что я не сразу выкладываю, я сначала смотрю, что получилось, возрастают и количество видео, и количество просмотров. Так, а иногда я просто забываю выкладывать видео. Да, такие у меня проблемы. Так, 110 видео, просмотров на данный момент 1338. Вот подсчет на моем канале. Мой канал, подписчики, подписки, видео и просмотры. Цифру 3, наверное, желтым цветом не очень видно. Но все-таки. Такс. На этом канале, на канале «С вами По», будут выходить челленджи, просмотр разных видео, разных уровней, гулянки и много всего интересного. Так, вот теперь сложный вопрос, когда будут выходить видео. Я еще не очень решила. Ну, вообще-то, в мое свободное время. Это логично. Ну, а если поточнее? Конечно же, выходные. Но и на неделе постараюсь тоже выпускать видео. Ну, не знаю. У нас учеба сейчас, конец четверти. Позволит ли учеба нам с вами видеться так часто, как сейчас. Был у нас карантин, каникулы скоро будут. Вот в каникулы и наснимаю. А пока буду учиться, смотрите старые ролики. Так, кто будет участвовать? Вот такой у нас последний вопрос. Ну, конечно же, я. Мои друзья, знакомые. Ну, может, не знаю, там всякие игрушки. В огороде могу поснимать. Кстати, пишите в комментариях, что снимать и где снимать. Потому что фантазия все-таки кончается. Я в огороде снимала, дома снимала, на улице, в парке. 110 видео. Где я только не снимала? В классе, да. Вот. В общем, такой вот мой канал «С вами По». По-моему, крутой канал получился. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И это был трейлер моего канала. Всем удачи и всем пока! Жу-у! Поступили. Спасибо вам, учителя, за наставление жесткое.